Созидать новое и бережно хранить прошлое. Так кратко можно сказать о сути совместного совещания руководителей Российского союза строителей и национальных профильных объединений. Народный архитектор России, академик Михаил Пасохин, впервые посетил Ульяновск. Он отметил, что вся основная архитектура города сложилась в советскую эпоху, и строительный фонд в целом находится в неплохом положении. Необходимо развивать малоэтажное строительство. Потому что, в принципе, когда проводятся, в общем, опросы и так далее, все-таки есть тенденция у наших людей, особенно если они удалены и не привыкли жить в таких монстрах, как Москва, там, Питер, монстрах с точки зрения жилищных, скопления жилищных всяких тем, вот, то они стремятся иметь домик и какой-то, так сказать, участок и так далее. На конференции подписали соглашение о сотрудничестве руководители строительных и архитектурных ведомств и глава региона Алексей Русских. Соглашение подписано. По мнению московских экспертов, Ульяновск хорошо спланирован. Город достаточно комфортен для перемещения, но не обходится и без замечаний. Глаза столичных градостроителей бросились неподстриженные газоны вдоль магистралей. Мы налаживаем, как говорится, строительные работы, и качество дорог улучшается, но хорошо, чтобы и качество благоустройства тоже догоняло бы. Это улучшение, как говорится, общей среды. Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев отметил, что Ульяновский регион уже успешно переходит на проектное финансирование. Проектное финансирование – это когда полная ответственность уже ложится на банковскую структуру. Она контролирует ситуацию, туда перечисляются деньги, она оплачивает. Здесь цепочка уже стала понятнее. Сделал подрядчик работы, банк оплачивает. Не сделал, не оплачивает. Полная защита того, для кого делается, то есть для гражданина. Вот это очень важно. Также стоит заметить, что именно в Ульяновской области проходит крупномасштабный архитектурный фестиваль «Русский берег» с участием международного сообщества строителей и архитекторов. По предложению именно ульяновских архитекторов были организованы, вернее, сейчас проходят два конкурса серьезных очень по обустройству прибрежной полосы и Свияги, и Волги. И вот проведение этих конкурсов будет, конечно, ключевым мероприятием во всем фестивале. Мы получим несколько десятков проектов, высококачественных проектов, которые можно будет в дальнейшем так или иначе пустить в реализацию. Все головные строительные и архитектурные сообщества нашей страны выражают большую заинтересованность в обновлении и привлекательности градостроительного облика города. Сегодня Ульяновск занимает средние позиции по России в показателях передового новостроя. По мнению экспертов, с качественным внедрением современной архитектуры в городскую среду Ульяновска удастся предотвратить отток населения из региона. Антон Никонов, Артем Куранов, Улправда ТВ.